Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать в Молоки в Дебби, добро пожаловать в прохождение Cyberpunk Сожжите Искуду. Всем приятного просмотра. Я, в принципе, это очередное видео по киберпсихам. Так, подожди, я бы поставил на лейтенант Мусс. Корпораты планируют начинать лечение, так что кулаками, значит, добить надо будет, я понял. Нейтрализовать цель! Угу. Так, вот сейчас совершенно не до... Блин, вот он поставил свою машину. Хоть не так, не так не добраться. Найти псих-кибер запертым. Так, тут тоже запертым. После, если я перейду, они, походу, начнут стрелять в меня, я так думаю. Сохранить на всякий случай. Ха. А, ну она всех... Храм! Всех их чпокнула. Сейчас позвонки-то пересеку, а? У нее невидимка есть, офигеть. Блин, я ничего не могу заразить. Нет. А, у мать моей женщины, ты что? А? Больно тебе, больно. В башку стреляйте! Ау! Женщина, вы что? Блин, а чё у меня нет? Не хватает. Блин, не то. Да что за херня? Ща я там оставлю. Что, испугался? А ну теперь кулаками можно добить. Где ты? Иди сюда. Ауч, ауч. Так, так. Активный диалог смотреть. Р прочитать. Ага. Так, отправить данные Реджине. Журнал. Реджина, Реджина, где ты? Подожди, а я чую... Подожди, были экспериментальные импланты. Подожди, а я ее убил, получается, что ли? Ну, главное задание выполнено, в принципе, да? И это хорошо. Не, ну я же кулаками ее зафигачил. Слушай, да я наверное, сейчас еще раз загружусь, попробую ее тупо палкой. 10 хп оставить и палкой зафигачить. Походу, мне кажется, она от этого умерла.
Сейчас я соберусь, сохранюсь и... чтобы у нас два сохранения было. Так, все, да? Теперь точно все. Сохраняемся. Так, заходим теперь в загрузки. Где-то я перед улицей это сохранялся. Вот она, походу. Подтвердить. Так, загрузка почти прошла, и я не там сохранился. Блин, подожди, а почему... А, я два раза, походу, нажал. Тьфу ты. Так. Вот, да, кстати, вот. Вот тут я. Давайте еще раз загрузимся. Короче, загрузился. Давайте я, наверное, вместо снайпы поставлю палку. Где, где и... Вот, вместо снайпы палку. Оружие. Было бы, кстати, дубинка. Вот, кстати, вот, ломик. Давайте, наверное, даже я ломиком возьму. Чтобы ушатать ее. Убираем. Так, отправляем Реджини, смотрим, что она в этот раз скажет. Реджина, Реджина, Реджина. А, смотри, нифига себе, реально. Отлично, машина сейчас подъедет, у меня получилось. А, нифига себе, реально, типа мы ее даже не убили. Деньги и... Ага. Ребят, с вами был Лайков, не болейте, не чекайте, всем хорошего настроения, увидимся в следующих роликах на канале Лайков Гейми. Это были короткие ролики из Сайберпанка, или Киберпанк, как у Russian Federation говорят. Вот. В принципе, мы ее как бы живых оставили. Все. Теперь я буду этот знать. Что даже кулаками, кстати, получается, можно убить ее. Хм. Интересно. Вот домик тогда с собой будет этот таскать, не продавать его. Теперь точно валим отсюда, больше ничего тут нету, да? Да, вас я обыскал. Там на ходе, в принципе, еще один валялся. Но этого ничего нет. Записку, которую мы так, уже читали так, с вами. Так. Ну, теперь точно все.